Развели понтонный мост в Вязниках. Причина в теплой погоде. Снег таял. Из-за этого уровень воды в реке стал выше. Переправа соединяла райцентр с населенными пунктами так называемой заречной зоны. Информация об этом появилась и в социальных сетях. В комментариях под опубликованным видео люди недоумевают, как теперь местным жителям выбраться на большую землю. Там же люди живут. Как им ездить? Как удалось выяснить нашему телеканалу, за развод моста в Вязниках отвечает местное дорожно-ремонтное строительное управление. Начальник местного филиала ДРСУ пояснил, разведение переправы связано с повышением уровня ледового покрова на реке. В настоящий момент наведена пешеходная переправа, а водителям рекомендовано воспользоваться объездным путем через поселок Фролище, который расположен в Володарском районе Нижегородской области. Планируется, что проезд через понтонный мост будет восстановлен уже на этой неделе. Нам еще одну очередную оттепель пережить, и четверг-пятница идет на похолодание. И тогда вот какие-то гарантии могут даваться уже. Там минус 15, как и рисует нам гесметео. И тогда уже, возможно, будет движение автомобильное.